например, тоже неплохо. И Тайдхантер тоже будет добивать людей. Ну, это квапа. Там проблема у аппарата на ботами. Его находят, есть ЕГМ, да? Да, есть фиссурина, если что, его сейчас просто... Сейчас просто вот так вот буду ставить. Вот, все верно. И это... Это пока не фёрст блад, но через секунду будет птичка. Вот, она птичка, и это фёрст блад. Нет, это... А, да. Так, смотри, смотри, у нас сейчас тут может быть нападение на ЕГМа. Да, и нападение на ЕГМа состоится. Хек, будет тач. Ну вот, с руки просто ЕГМу тут напихивают. ЕГМ хорошую фиссурку выдал. Подходит сюда СПО, клэп по троим, неплохой, ЕГМ погибает, но отсюда тоже вряд ли кто-то уйдет. Ну погоди, погоди, ну сейчас Нед пытался замотить, но если ТП уходит. Да-да, у Куху тоже проблема. А сюда прилетел ЕГМ. ЕГМ просто отлично кончит. Сейчас вышка, скорее всего, будет еще даже поспевать. Да, вот он. Подходит, хорошая фиссура и минус Куху, или же нет, и мис! Разы дайвинга, ты же знаешь, где крипы находятся. Это просто провал, он должен был... Идет под вышку, идет под вышку, но в любом случае фраг достанется СФОП, потому что... Ну, просто гоняет за собой пацанов, да, и... Чё, крит просто... Это огромный косяк для титанов, они сейчас вообще ничего не делают, они просто стоят на линии и реально ничего не делают, так, сейчас опять очередное нападение на Бульдога, и в этот раз мы должны убивать, или один форс... Да, это заморозить рвейш и... Ну, рвейдж был немного рано, тут приходит сейчас на СС4, будет он убивать Куху, у которого, кстати, нету маны на реинкарнат. Но сейчас есть, да, стики и брюмастер. Блейд, это СФО, должен быть булыжник, есть булыжник, вышку, успел сделать две тычки, поднимает ветра, тут еще подлетит хотя бы сюда. Там он бежал, забежал сейчас ЕГМ, кладет он фиссуру, и это минус Куху. Ультимейтом гораздо проще. Да, ловит тут нападение на Аки, и Аки выживает, и еще на разворотике! Не, ну, слишком много хп, чтобы... Он просто Ancient Seal не повесил, на самом-то деле я мог сейчас попытаться запотеть. И вот так вот, просто не простили. Или простили? Да ладно! 25 хп! Фиссура! Отлично! Ну да, тут газ на газ, это типа байт, байт от Alliance. Готовы ли они к такому натиску? Ревенч готов. Ревенч есть, выходит на Шейкер, кладет фиссуру по двоим. И вот он пошел Ревенч. Ревенч попадает только по одному столбеку. И, кстати, что, не получается здесь никого убить? Пошел ультимейт, нет, получится убить. Пошел ультимейт от... Брюмастера. Хорошо, Куху тут, возможно, и убьют. Это ок. С другой стороны, Эрсшейкер все-таки догоняет Леона. Мидас. 300 на руках. Сейчас, кстати, папа, папа спалила. Ставит центрик. Ставит центрик и находит папу. Смотри, какой ревеж. Из-под него просто упрыгивает с блинка S4. Это парада. В атаку. Парада отличный. Да, пока живет, а таким сосал много, 84, надо драться, Куху, Флоу разворачивает здесь Неда, Нед проблемы, бежит, спасается, будет ли булыжник, пошел Тайхантера, запаливает, минус отбор. Да, нормально, Тайхантера, кстати, разбирают, тут также была атака на Рейс Кинга, и Рейс Кинга тоже должен здесь убивать, в теории. Да, подходит СФО, клэп, еще один мистик флейм, трейс. Трейс. Папа без ультимейта падает, вышка забирает его. Эвота Эйнджинс там полично. Хорошо попадает по троим. Тут Аки. Аки Саймон скинул. Охайо. И отличный фиссура. Клэп. Атаки у Кукуну сказали. Он пытается Лоду быстро сбрить. Лода, отличный подкоп. Лода начинает погибать. Погиб Лода. ЕГМ. Ультимейт. В одну квапу. Адмирал Бульдог заплевывает клапу, но клапа, по-моему, бесполезно, лучше уж Тайдхантер, плевать, он занимает деньги, запрыгивает с клэпа, цепляет, нет, может погибнуть, будет 2000, это свой, СФОП подлетает. Там Ахайо закрыл, Шейкер отлично ведь закрыл, но вряд ли получится С4 обойти и догнать. Тут С4 у самого теперь уже очень серьезные проблемы, еще 10 секунд до ульты, не добивает он никого. И ничего не увидели, потому что были смоки, Лода выходит, Лоду чекнули, сигналят на Лоду. Нападение на Лоду, Лода сразу же прожимает БКБ. Все правильно. Примастеп. Ныряет на Куху. Хорошо, где Тайдхантер? Где Тайдхантер? Тайдхантер ушел далеко. Да, он ждет, как кончится БКБ. Куху минус. Станет реинкарнации. Минус Нет. Вот его просто забрил. Тайдхантер просто кинул своих пацанов. И просто все на него разворачиваются. А он сейчас. А вот тут Х стоит в лесу, тут ВП стоит в лесу, пройдет. Инициацию. Всякие Тайдхантеры тоже будут рефрешерами. Вот цепляют здесь ЕГМ, ЕГМ насыпали в минус. 530 пытается кого-то найти, находит Куху или нет, не видит его, смог не пропадает, видит. Ой! Аппарат! Ни в чем не виноват!
аппарат ни в чем не виноват. Только забрать будет недофитер, нет? Ну, судя по сидящим в кустах ионам, должны... Их тут несколько, значит. Ну да. Так вот, у нас сейчас тут, кажется, начнется эпик батл. Я вот тоже со спутника смотрю, и у нас идет восстановление. Удачного. Вот атаки очень много подарил сейчас Лоди. Погибал он очень долго, плюс 112 есть. И Шейкер залит на Шейкер, точнее прыгнули, Шейкер по дорке там его убивает, так и не надо ему четко вставать. Тайтхантера подняли на ЕУ, очень важный момент. Ну а дальше-то надо кого-то еще убивать, пока Тайтхантер подлетает. Будет и Фингер, Лода может много получить. Да, дотягивает Фингер, и он как раз подрывает, заходит, Бульдог начинает разворачивать, он в ДКБ плюется в Ухая. Один Бульдог остался, все, Альянс напороли боков, они во время того, как Тайтхантер летал, никого не смогли догнать. И все, остается последний. Адмирал Бульдог, которому жить осталось ровно раз, два, три. Все, получено. Изничтожили. Ну и Рошар отдают, Рошар пока не сырный. Просто с Аэгисом. Я за... Не, нас слушают, Вал. Так, ой-ой-ой! Как это сделал? Просто Квапа, как ты это делаешь, Квапа? Ну, знаешь, на вот чем Касвер похож на Квапу. Что ты кричит? Так, здесь спички, смотри, находит, СВО. Будет Вейчер, Вейч есть, можно пробовать цеплять, но... Ну, кого тут цеплять? Ну, Гримастер так просто разложился на молекулы и сейчас начинает убивать Ахайо. Летает вот все у нас Куху. Кто посмотрит, БКБ или сначала дропнет Аегис. Аки слишком близко запрыгивает на Аки, начинает заворачивать, не будет аппарата, попадает в Аки. У Аки огромные проблемы, открывает ультимейтом. Зачем же его подняли сейчас? Да, зачем подняли, это отличный вопрос, который зададут уже попозже S4. И вот он стоит Хандер, отлично залезает на Лоду. Лода минус, Адмирал Бульдог пуском проходит, замерзает. Но какая хорошая фиксура от ЕГМа, этого недостаточно. Замерзает, и Куху просто его разворачивает. Проходит крит, 7 сотен, аппарат заблокировал выход, и это минус 3. Там еще и Квапа гоняется за ЕГМом, то смотри вообще, что она делает. Так, она и вот тут просто уколола. Анстап был уже у Квапы. Нет, ну просто если Альянс сейчас будут драться, то они... Ой-ой-ой, как же быстро! Минус ЕГМ. Просто Квапа упрыгивает. Нету ведь Рэвиджа, зачем вы полезли туда воевать? Титаны воюют, руки, как же так Куху-то раз пополами боец, но тут уже Адмирал Бульдог. Квапа попал ультимейтом, Лода прыгал в КБ, 1000 с Квапы срубили, пошел ультимейт от аппарата. Куху очень быстро убивает, но сейчас его убили, а дальше-то что? Да, что делает блинкаут, кажется, даже попробует отсюда свалить, но нет, свалить его не получится. И вот она, та самая ошибка, когда... Подожди, есть Гаш, они могут еще подраться, по сути, Лода начинает бить. А что, смеш Лоду? Спрей. Да ладно, как там убили Лоду? Лоду тупую, что ему тут делать? Хотя много весов. Аппарат здесь, челентача нету, может морозить. Адмирал Бульдог мансит, пошел в него стан, должен быть дагер. Запрыгивает дагер, дагер в спину наваливает. Адмирал Бульдог развернулся лицом и еще буквально тычку на 10. 28 хп остается. Мансят, сбивают дагера. Сбивают дагера, не дают добраться. Но в любом случае Куху здесь выживает. Если у него сейчас закончится статьи, если его тупо увидят, да, его просто увидели. Вот это неудачник. Причем это было не сказано как словно, но это звучало очень словно. Вот, смотри, напали здесь на кого-то. Ну и что? Ну я же говорю, и что? Вот всякие разнообразные, много вообще разных интересных вещей. Вот Башер появляется у товарища Бристлбека, и это если протрет хорошо отбирал Бульдога, и здесь ведь догера. Можно попробовать неожиданно зацепить, и нужно неожиданно зацепить, и зацепили, ветер и Башер есть! Ой-о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 й-
два байбека. Есть и байбек у... А нету байбека? Вот так вот, Хекс. Вот так вот. Только сказал, что ему пофиг, и... А ему пофиг. Слушай, там есть рафейдж. Есть рафейдж или трешер. Сейчас не надо драться мелкие здесь. Ну вот БКБ уж потратили. Ой-ой-ой, тут С4 загулял. Кажется, это ЖЖшечка. Леон просто прогнал ЕГМа. Вот С4. Да. Отходит. Пошел рефр... Так, пропускаем этот момент. Как это начинали? Это любой смотрит на черепашку на холмике. Так, сейчас должен быть брейв. Alliance, запрыгнули. Фистура, никого не спануло. Тайдхантер, брейв, отличный ревач. Пошел ультимейт аппарат. Открывал дом и закрывается. 781 крит по голове, прожимает БКБ. Ку-ку, сосут атаку. Слушай, а у Бульдога это ведь серьезные проблемы. Там Шейкер за эхо слэмил в одну хвапуку, а папа пока что очень-очень сильно прожирает. Папа блинкился. Папа есть БКБ. Я не знаю, что вообще делала папа всю эту драку. Просто такие косяки. Лода замерзает. Нужно, нужно открыть тайм.
тиммейт. Так, да, вот запрыгивает. Но это кажется ГГ. Прям под вражеской базой. Побеждают титаны в таком лютом файте. Нам написали, что за... А, еще раз, давай, ну вообще пофиг, я не знаю, что это грин было. Вот, я первый бутылок подставился, и вот один дизейбл, второй дизейбл, наваливаю в спину. Они, кстати, альянс очень неплохо катит этого самого куху, но куху убивает ремастера, это проблема. Это, кажется, реально ГГ. Глиф. Через 5 секунд появится шейкер. У шейкера ульта только через 1.5 минуты. Идет под раз. Клопы есть, если что, арчи. А, суку бьет по раке. Да-да-да, все, это не грибы. Шубар. Не, бульдог-то нормально, будет наваливать сейчас по клопе, а сейчас еще если башню хоть пройдет. ГГ. Просто ГГ. Альянс 0-2. Да, неожиданно. Плюс гейминг и титан. Мы видим титан сильный. Титан. И